Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас симулятор вора, новая DLC, Luxury House, люксовые дома. Так, ну и попутно будем проходить сюжет и разбираться, как же проникать в эти охеренно крутые дома. Так, во-первых, нахера нам открывать мусорку? Вопрос хороший, но... Как обычно, как я это люблю. Паркур мастер. Нет, что здесь не так не сделать? Нет, да, сделать. Хорошо. Нам нужно, наверное, значит, вот так вот сделать. Так, здесь невидимая стеночка. Окей. Тут уже ее нету. Я вот как хочу куда пройти. Ага, туда не пройти, да? Хорошо. Здесь нужна карта от гаража. Окей. Так. Так, по компьютеру мы можем что сделать? Мы можем только открыть ворота. Тут камеры вроде бы нету. Это у нас что? Это панель управления дверь. Какой дверь? Давай посмотрим, открою. Так, куда открывать дверь? Так, нет, не хватит на тот вариант. Ну, как не можно. Вот так вот. Вот, есть контакт. А, так это эти ворота. Тю, так это ж не дверь, это ворота. Ладно. Окей, хорошо, заходим. Дверь, так дверь. Поднимаемся сюда. И здесь, здесь. Дальше непонятно, что нам делать. Потому что там везде нужны шифраторы, какие-то устройства для шифрования. Что это, где это взять, я вообще не могу понять, потому что, ну, то есть я облазил Black Bay, там, инструментарий весь, и я не нашел нигде, что продавался ключ шифрования. Чи как он там, устройство шифровки. Устройство для... А, дешифровки. Устройство для дешифровки. Где его взять, я, честно говоря, не знаю. Так. Что тут интересного лежит? Ничего. И как сюда попасть без этого ключа, тоже я понятия не имею. Это проблема. Это проблема. Куда нам дальше двигаться? И где брать этот дешифратор? Надо бы отключить камеру, не помешало бы. Где-то есть отключалка? Нет, походу нету. Это ж не оно, нет, это не оно. Хорошо. А, они типа независимые, их не отключить. У них отдельное питание. Все правильно понял. Да ты вот специально это. Зараза. Как специально, просто вот только я туда пошел. Нет, надо ему выйти. Ну ладно, хорошо, гуляй. Машине бы сюда заехать, а перелез бы и... Так, здесь что интересного? Дверь. Здесь тоже есть дверь. Хорошо. На машине я уже пробовал сюда заехать. Как только заезжаю на машине, все, сразу поднимается тревога. Я не знаю, каким образом они вычисляют это, но тревога поднимается. Так, где там этот сударь? А, он ушел. Давайте тогда фастиком вот так вот пролетим. Дверь эта, да, она закрытая. Тогда на второй этаж. Здесь ничего нет, абсолютно ничего. О, мы можем попасть внутрь. Изумительно. Что здесь у нас? А, брендовые шмотки. Курточка. Что-то я не понял, что это, ну ладно. Это кошелечек. Кошелечек, хорошо. Что здесь? Блять, датчик движения, серьезно? Вот так, ну, тут мне не нравится такое. Там датчик движения. Кто тут хмыкает? Я не увидел его.
Да не, ну это прикольно. А смотри, могу открыть? Нет. Не могу. Так, нам надо забрать скейтборд. Надо забрать вот эту фигню. Духи. А, места нема, блин, места нема. Кошелек. И вон еще кошелек. Так, хорошо, это что-то новенькое, но это интересно. Духи. Так, места нема. Гарнитура. Хера себе телевизор, его уж не заберет, да? Да, его не забрать. Это новенький шкаф, куда можно прятаться. Красиво, мне нравится. Очень даже симпатично. Хай-тек, лофт, все дела. Мне такое по душе. Это что? Скульптура. Вау. Это сейф новый. Нужна дешифровочная вот эта штука. Где это взять? Я не знаю. Но мне это надо. Так. Дальше у нас вот камера. Где еще камера есть? Блин, здесь сильно заметно, видимо. Так, надо, наверное, отсюда будет сейчас сваливать уже. Потихой. Оп, он уже там стоит. Я могу отсюда так вот выбежать? Да, вот. Прямо здесь можно все это провернуть. Обожаю эту игру за такие моменты. Так. Как нам туда пробраться? Это не камера. А если я по забору сейчас пройду? И никуда я не приду, да? Ну да, тут везде нужен вот этот вот дешифратор. Так, по забору, если я прогуляюсь. Могу на этот, отлично. Я просто котик, господи, я упал, ладно. Я должен был просто отыграть роль котенка. Так, окей, мы разведали обстановку. Немного наворовали. Теперь погнали куда? В ломбард. Сразу же. Или можем подремать на парковке. Да, подремаю на парковке, наверное. Вот так вот. И попробуем еще раз туда пробраться. Или... Ну давай попробуем еще пробраться туда. Сейчас сложу вещи. Да, они, кстати, неплохо так занимают место эти курточки все эти. Так, окей. Так, я так понимаю, вазу можно, наверное, выкинуть или нет, она, по-моему. По-моему, она типа дорогая. Так. Ладно, погнали. А, нам неизвестно местоположение, расположение всех наших этих охранников. Нам надо это узнать. Кто где сидит в данный момент. И где? Кто? Тут кто-нибудь есть? Не вижу никого. Окей. Тогда спринтом в наглую залетаем сюда. Да, он здесь прям. Иди в баню. Я паркурист. Паркур, паркур, новое движение. Способ самовыражения, молодежное движение. О, так это специальное место, видимо, чтобы камеру вычислять. Ну да. Я так думаю, что да. Вон камера. Где еще есть? Опа-на. Отлично. Это уже другой хаос, да? Или это все одно и то же? Но люди здесь... О, так, вот еще лазер. Этот сидит здесь. Мистер. Хорошо. Хорошо. Так, я предлагаю залезть туда и пройтись по забору вот туда. И вроде бы как.
мы сможем пробраться вот в ту часть. Есть ли в этом смысл, я не знаю. Вообще, я думаю, что нет. Я думаю, нам стоит, короче, ехать продавать скейтборд. И, возможно, нам скажут, где купить этот дешифратор. И мы сможем пробираться в эти места более простым образом. В более углубленные места. Более простым образом. Так, зачем ломбать? Надо в Black Bazaar идти, наверное, там все это прокупать. Прям очень сильно. На нее, с нее ты очень долго идешь. Так. Здрасте. Старинная ваза. Да, это этот, как она правильно говорится. Антиквариат. Вот, антиквариат. Это антиквариатная ваза, видимо. Так, нам надо домой. Так. Давай мы отключим тестовую сигнализацию. Правда, это все умею. Так. Желтый проводочек сюда, сюда, сюда. Вот этот. Зеленый вот этот. И все. Больше ничего. Было очень легко. Так, тебе понадобится скрытая камера. Купи себе. Ну, да не надо мне скрытая камера. Отстань от меня. Так, Black Bay. Электроника. Так, здесь ничего. Кухня, другое. Вот, здесь что? Это у нас кошельки. 4800, неплохо. И скейтборд. 5000. Антиквариат. Старинная ваза 2000. Ну да, я так и сказал. Так, Black Bay. Что здесь? По ничего такого ж нету. Этих дешифратора, ничего такого я не вижу. Где это можно купить? Мне требуется не поменять. Здесь. О, нихера себе. У нас можно здесь уже сюда покупать эти. Что здесь, 3 дома всего лишь? Да, не густо. Так. Угу. Окей. А здесь что? Ага. И все, и ничего, да? Блять. Украдите чемодан. Там-то, там-то. Украдите то, украдите это. А как я туда, блять, проберусь? Алло, как я заходить туда должен? Хорошо, окей. Так. А, тут у меня есть такая футболка. Так, мне надо что? Что у меня там в шкафу, кстати, лежит? А, только хлам всякий. Хорошо. А здесь? Телефоны, браслеты. Вот оно. Планшет. Так, яйцо Фаберже. Мы откидываем, погнали. Поразблокирую сейчас телефоны все. Так, выбрать. Так, так. Это все. Теперь разобрать драгоценности. Тут одна, слава богу, это один браслетик. Полетели. Что-то сдадим. Где нам взять дешифратор? Мне, может быть, он где-то на индустриальной улице, надо его найти. Вот, кстати, возможно, возможно так, что он будет где-то на индустриальной улице. Только где? Есть ли смысл туда ехать? В принципе, можно. В принципе, можно. Так, мы на индустриальной улице. Где нам здесь взять дешифратор? Он здесь вообще? Это что? Это я не помню. Вот это СТОшка. Может, он здесь будет? Хотя это очень маловероятно. Но шансы есть. Точнее, наверное, вот в этом офисе он может быть. Я, кстати, в нем еще не был ни разу.
предлагаю это исправить. А, нет, нет, я ошибся в этом офисе я был. Я смогу здесь через машину залезть? Или здесь забор сильно высокий? Нет, по-моему, сильно высокий. Да? А, нет. Нет, спокойненько. Так какая ты токсичная зараза? Я тебе ничего не сделал. Идиот. Скажи мне, ты идиот? Неадекватный. Просто, мы паркур-мастеры. Кошелечек. Кармашек. Ну и погнали искать, лутать. Так, может где-нибудь здесь есть дешифратор? Черный проектор. Сервер. А он сюда не будет подниматься? Нет. Ноутбук. Ноутбуки нам не надо, слишком дешево. Мышка. Нихера себе, мышка за 700 баксов. Неплохо. Так, жесткие диски, клавиатура. Есть что-нибудь здесь интересное? Кроме мышек по 700 баксов. Здесь, по-моему, должны быть кошельки. Кошелек, кошелек. Здесь что? Ничего, да? О, монитор за 2000, неплохо. Где? Что? Кто? Все, я его не вижу. Ладно, сейф. Так долго. Ага, слетел, все отлично. Просто, блять, изумительно. Так, хочу, чтобы это было не за спиной. Ай, блять, я испугался, думал, за спиной мне ход. Ладно. Все, игнорируем его, значит. А, я могу его здесь, кстати, отследить его, типа, если слаблю. Ну и вот тут спуститься немножко. Все. Здесь ничего. Так. А, жесткий диск. Ну мне надо жесткий диск. Это что? А, сканер. Давай сканер возьмем. Ничего. Это надо. Офисный шредер, не думаю, что он нам нужен. Слишком тяжелая игрушка. Так, на третьем этаже что? Картина. Не надо нам. Кстати, я в прошлый раз так и не смог найти пропуск. Здесь ничего не надо, да? Ну да. Хорошо. Так, надо. Надо. Ничего нема. Совсем. Обидно. Печально. Досадно. Ну ладно. Так, нам нужно пробраться в серверную. Как нам это сделать? Я, честно говоря, не помню. Совсем не имею понятия. Здесь ничего ж нету. Как нам это сделать? Я не знаю. А можно выше полезть в этой трубе, нет? Это что? А, ну это этот же этаж. Предлагаю продолжить колупаться сейфом. Циферки изменились, кстати.
О, отлично. Открывается так, жесткий диск, и что? Папка с учетными данными. Что еще здесь? Это все? Больше здесь не будет ничего интересного для меня. Я бы хотел разбить этот компьютер. Тогда я, короче, возьму, наверное. Да, я думаю, брать мышки будет выгоднее. Они занимают очень мало места, при этом все по 800, по 600. Замечательно. Нет, это невыгодное. Это тоже такая же. Жесткий диск можно дать до пары уже. Здесь все. Я хочу в серверную. А, то тут куча тумбочек. Я почему их пропускаю? Че, у них одинаковое содержимое? Серьезно? Серьезно? Кошелек. Господа создатели. Вы че, ебанулись? Можно же было какую-то разновидность сделать. Почему в них одинаковое содержимое, господи? Это прям вообще ничтожно. Так, ладно, а я это не открывал, тумбочка туда. Хорошо, а эту? Это тоже не открывал, теперь открыл. Так, ну здесь ничего интересного, в общем, я не наблюдаю. Что нам делать отсюда? Сваливать, наверное. Здесь, по-моему, а, ну здесь тоже можно. Вот таким вот образом, нет? По-моему, забор был пониже. Что? Окей, хорошо. Этот чувак еще внутри? Да, внутри. Это не буду резать. Так, теперь мне надо отсюда выбраться. Как я могу это сделать? Камера там, камера там. Я думаю, где-то здесь взять КПК и открыть ворота можно. Да. А здесь, кстати, внутри что-то есть? Ничего. А здесь? Тоже ничего. Ладно. Жаль. Стоп, это не ворота были? А чё я отключил тогда? Если не ворота. А как ворота отключить? Открыть их. Угу. Я так понимаю. Я ничего не понимаю. А что я отключил? Это типа не ворота, да? А вот это ворота. Где наша машина? Тут. Так, предлагаю отсюда уезжать. Здесь ловить нечего.